На прошлой неделе представители местного отделения ассоциации председателей советов многоквартирных домов проинспектировали ход выполнения Московской областной программы «Генеральная уборка». К акции подключились многие управляющие компании муниципалитета, чтобы внепланово привести в порядок подъезды в многоквартирных домах перед днем города и района. Отмыть лестницы, полы, стены, осветительные приборы, почтовые ящики и батареи. Мы запланировали и приурочили эту акцию ко дню города, к празднованию дня города и района, потому что, как любая хозяйка, наводит порядок в своем доме перед приходом гостей, так и мы хотим, чтобы общее имущество многоквартирных домов, подъезды были в хорошем, удовлетворительном состоянии, чтобы жителям было приятно, комфортно находиться в этих подъездах и проходить свои жилые помещения. Первая инспекция прошла удачно. Замечания по проверенным адресам минимальны. Но не все управляющие компании захотели подключиться к акции «Генеральная уборка». А это значит, что часть подъездов может так и остаться неубранными к празднику. Чтобы заручиться поддержкой главы Ленинского района в решении этой задачи, руководители ассоциации записались на прием к главе района и попросили содействия в переговорах с частными управляющими компаниями, чтобы работа началась на всех объектах. На штабе ЖКХ мы уже обращались в управляющую компанию, но поскольку это большинство компаний у нас частных, а у нас 40 управляющих компаний, мы повлиять на них не можем, мы можем только просить о взаимодействии, сотрудничестве. Ну и вот мы обратились к главе Ленинского района Валерию Николаевичу с просьбой нам в этом посодействовать. Он сказал, что обязательно надо это все проводить, чтобы жителям было комфортно, уютно, и управляющая компания это обязана делать. А для того, чтобы взаимодействие было постоянным и более продуктивным, общественники предложили Валерию Николаевичу подписать двухстороннее соглашение между администрацией Ленинского района и Московской областной ассоциацией председателей советов многоквартирных домов. Такая практика уже реализована в 3 муниципалитетах региона. Ассоциация многоквартирных домов – это та структура, которая в первую очередь защищает, как общественная организация, защищает права жителей многоквартирных домов. И почастую, являясь организатором таких хороших проектов, как проведение управдома, форумов, там скрывается ряд вопросов, которые необходимо только лишь в совместном режиме решать администрации и управляющей компании. Это очень хорошая форма взаимодействия, общения. Мы будем совместно выходить для осуществления контроля по реализации губернаторских программ. В скором времени будут подготовлены все необходимые документы, и сотрудничество администрации и ассоциации начнется на более серьезном уровне. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.